Боксер Геннадий Головкин вошел в сотню самых популярных спортсменов мира по версии авторитетного спортивного канала ESPN. По сравнению с предыдущим табелем о рангах, Triple G потерял несколько позиций, упав с 61 на 78 место. При составлении рейтинга учитывался также доход спортсменов от рекламных контрактов. Так сообщается, что годовая прибыль Головкина от них составила 2 миллиона долларов. Для сравнения, мексиканец Сауль Канело Альварес в этом рейтинге занял 68 место с доходом от рекламы в 2,5 миллиона долларов. Первую тройку рейтинга самых популярных спортсменов составили Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и Лионель Месси. Также отметим обновленный рейтинг американского журнала The Ring, где Головкин опустился с 5 на 6 место. На первой позиции находится украинец Василий Ломаченко, на второй Теренс Кроуфорд из США, замыкает тройку Сауль Канело Альварес.